Артур Афанасьев – 11-летний мальчик из Петербурга, и его имя уже внесли в реестр рекордов России. Когда ему было всего 3 года, он заинтересовался устройством окружающего мира. А достигнув 6 лет, начал собирать электрические схемы. Это привело к серьезному увлечению компьютерами. Поэтому родители отдали сына в Академию цифровых технологий, чтобы познакомить его с устройством компьютера. В Академии Артур приобрел много полезных навыков и стал самым молодым системным администратором страны. Так он установил национальный рекорд. На его счету статус призера многих технологических олимпиад и конкурсов. И сейчас Артур мечтает создать собственную операционную систему, сделав ее удобной и современной. А в будущем он планирует поступить в ИТМО на IT-направление. Хороших вам новостей!